Саженцы груши дюймовочка растут невысокими, с густой кругловатой кроной. Плодоносить начинают на 6-7 год роста крупномера, урожайность невысокая, небольшие плоды стандартного размера, 60-70 год. Спелые фрукты легко отделяются от ветки, созревают массово, требуют одновременного сбора. Сорт ценен за необыкновенный кремово-масляный сладкий вкус сочных грушек, равномерного золотистого цвета с ржавыми пятнышками. Плоды хранятся в холодном месте до 100 дней. Ценность сорта. Плоды становятся сладкими при любых погодных условиях. Лишкоспособность плодов. Устойчивость к парше и септериозу. Груша, обыкновенная дюймовочка, это дерево высотой от 350 до 400 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Груша, обыкновенная дюймовочка, имеет осенний срок созревания. Важно, что груша, обыкновенная дюймовочка, самобесплодный, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.